В Японии сейчас вовсю цветет сакура, в Италии магнолия, а Голландия ждет всех желающих на парад тюльпанов. Нашему же городу в его -1 и сосульками на крышах домов тоже есть чем гордиться. Сегодня в свою первую прогулку по рекам и каналам нашего города выходят бесстрашные каякеры, чтобы всем доказать: весне в Петербурге быть. Город с воды, он другой. Это совсем другие ощущения. Когда ты видишь камень набережных тоже снизу, это тоже очень здорово. Опять же, мост под Невским, Спас на крови, там, да, вот тоже вот так видишь с воды, это совсем иные ощущения. На самом деле, пока что у нас это не запрещено, если мы не мешаем судам, в отличие от Москвы. В Питере это еще можно. Мы даже в лед катаемся, и все нормально. Ну как? Мне очень неустойчиво. Чуть больше левым, да, нажимай побольше левым, вот, и пошли вперед. Аккуратненько, тихонечко. Я стараюсь не дышать, да, честно вам скажу. С речного трамвайчика мне побыстрее, больше нравится. Тебя же уносит же чуть-чуть, да, вот так. Чуть-чуть виляет, это я тебя сейчас корректирую, да, все нормально. Да, главное не волноваться и принимать все решения обдуманно. Даже если вы перевернулись, чтобы вы плавненько вышли из лодки и смотрели уже по сторонам. Любые резкие движения отнимают у вас воздух, отнимают у вас силу. Чтобы не замерзнуть в такой прогулке, спортсмены надевают флисовую кофту, непродуваемую куртку, спасательный жилет и перчатки. Но если вы все-таки замерзли, можно прибегнуть к еще одному прекрасному способу. Например, показать фристайл на воде. Килограммов весит байдарка. У меня уже отваливается рука. Боже мой, ну что не пойдешь ради красот нашего города. Мы пройдем по каналам, по Неве дойдем до Авроры, сделаем круг по каналу Грибоедова, Спас на крови, и сюда снова вернемся в это место. Начинающие туристы могут пройти совершенно нормально эту трассу. Разумеется, лучше всего с кем-нибудь, чтобы сзади был кто-нибудь опытный, сидел на втором месте, на месте капитана. И первым можно брать кого-то неопытного абсолютно с нуля. Все, я поехала на байдарке. Друзья, хоть раз в жизни встретить вот так утро действительно стоит. Наш город с воды прекрасен невероятно. Поэтому присоединяйтесь к нам. А если в байдарку или в каяк садиться, пока вы боитесь, то для вас речные трамвайчики. Кстати, навигация уже открыта.